Infinity рассекретила концепт QX60 Monograph, то есть монография. Так принято называть научный труд, в котором углубленно изучается единственная тема. В нашем случае этой темой стало следующее поколение кроссовера QX60. В первой главе нам рассказали об особенностях дизайна, который ориентируется на традиционные атрибуты японской культуры, вроде оригами и кимоно. При этом авторы внешности сделали ставку на минимализм, отказавшись от вычурных решений. QX60 Monograph воплощает японскую концепцию ма, чувство минимализма, в котором дизайнеры стремятся к гармонии, добавляя только нужное количество элементов с очень конкретным смыслом, чтобы создать нечто особенное. Это видно на кузове, который сперва кажется простым, но когда вы приближаетесь, то замечаете, что есть элементы, уравновешивающие друг друга с точки зрения гармонии. Другие главы монографии будут опубликованы позднее. Из них мы узнаем подробности об интерьере, двигателях и технологиях. А сам QX60, вероятно, предстанет перед нами через несколько месяцев. Марка Рено представила новый кроссовер Аркана. Нет, мы не отстали от новостной повестки на полтора года, а просто цитируем свежий европейский пресс-релиз. Ведь на рынок Старого Света модель выходит только сейчас. Тем интереснее рассмотреть, чем наша Аркана отличается от заграничной. Так, европейская оказалась крупнее российского аналога, а вот клиренс, напротив, ей уменьшили. Видимо, 21 см дорожного просвета для Европы посчитали излишним. При этом старосветская новинка выглядит наряднее своей российской сестры. В этом виноваты стильный обвес кузова, другие задние фонари и другие мелочи. Салон вообще скроен заново, притом его доминирующим элементом назначен большой тачскрин медиасистемы. Сама машина базируется на более свежей платформе, поэтому готова предложить весьма богатый набор современных электронных помощников. Среди них есть, например, ассистент автоторможения и адаптивный круиз-контроль. Чего еще не хватает нашей Аркане, так это эффектной версии RS-Line. У нее эффектный декор кузова, а внутри красно-черный интерьер, сдобренный вставками под карбон. Что касается технической начинки, то ее готовили исходя из предпочтений местной публики. Поэтому кроссовер обзавелся целой линейкой гибридных агрегатов, но при этом не заимел системы полного привода. Европейские прайс-листы будут опубликованы только через полгода. Но рассчитывать на демпинг не приходится, ведь на Запад Арканы будут возить аж из Южной Кореи.